Так, ладненько, сегодня отличный день, а это значит, что мне нужно пожрать. Могучая лапка, человек, здесь проживает. Чтобы все знали, что... Откуда он знает? Нет, я здесь никого, здесь никто не живет, никого дома нет. Нет, сладкая булочка, не хочешь прогуляться? Прогуляться, градусы? Почему ты меня назвал человеком могучей лапкой? Это же совсем не так. Ну, я еще назвал тебя сладкой булочкой, так что мы пройдем прогуляться, бабабуй. Ты нормальный, я не хочу никуда гулять, у меня сегодня много дел. Помнишь, Марина рассказывала, что у нас будет скоро проводиться ярмарка собак? Так ну давай пойдем сходим. Ладно, давай сходим, так, возьму с собой немного денег. Прямо сейчас она проходит вот по улице направо. Стоп, подожди, ты что-то сказал про деньги? Что? Я с собой не взял, я у тебя займу. Что? 64 золотых самородка, ты с ума сошел? У меня 64 бабкиных золотых зуба. Ну ладно, ну давайте сходим, посмотрим, что там за ярмарка. Приходи, шаурму поку... А, привет. Охренеть. Не, пожалуйста, две шаурмы с собой. Что? Это не шаурма? Сейчас. Водите шаурма. Стоп, у меня вопрос. Если это ярмарка собак, то почему в этой клетке стоит Руня? Так и Мёрфи в ней стоит, наверное, они... Рэм, ладно, я в заложниках, помоги, пожалуйста. Молчать! Ладно, ребята, вы за собакой пришли? Подожди, а вы кто? Я вас первый раз здесь вижу. Мы тоже пришли покупать вот этих собак. Я вас понял. Ну что ж, Градус, ты не думаешь, что как-то их здесь многовато? Иди сюда. Второй тот чувак вообще какой-то аристократ, у него монокль. Нынче таких не сыскать. Да, странно, я первый раз его здесь вижу, ладно. Здравствуйте, а вы из какого города? Здравствуйте, я из Дубая, прилетел на своем личном самолете коне. Слушай, ладно. Он точно богатый, он точно, он может всех собак скупить. Давай купим хотя бы одну собачку вместо шаурмы, потому что тут аристократ явно их на что-то скупит. Может, он хочет из них сделать шубы, а может, собачьи бега. Градус, подожди, давай сходим к тебе домой, попьем чаю, потому что купить себе питомца — это очень ответственно дело. Пойдем за мной. Сегодня в течение 3 минут скидка на собаку 10%. Вы нас не заинтересуете своим предложением. Вот когда скидка будет 99%, мы вернемся, пойдем чай. Сделаем вид, что мы очень важные. Да, слушай, этот торговец на самом деле явно что-то замышляет. Он хочет, чтобы мы купили собаку за скидку, но когда мы придем и этих собак никто не купит, он нам ее отдаст почти даром. Да, Мёрфи, он еще тот хитрец. Ты что, малого этого не знаешь? Ты что, ко мне домой бежишь? Ты что, у меня не убрано? Я еще клининг не заказал. Мне все равно, Градус, давай наливай чай. Сейчас. Есть дома? Ребят, слушайте, там почти всех собак раскупили. Если вы хотите успеть, то скорее бегите. Градус, ты это слышал? Я чай от бабы Капы, держите. За здоровье, чокнемся за собачек. Вообще-то там почти всех собак раскупили. Собаки! Градус, ты уверен, что тебе нужен пес? Зачем? За этим же много ухода надо и так далее. Привет, Мёрфи. Что? Действительно? У меня осталась одна собака, могу вам ее бесплатно дать. Могу даже деньги за нее дать. Берите, забирайте. Что? Градус, я же тебе сказал, так что просто? Нам даст, да. Все, отлично, забирайте. Забираем. Ну, быстрее. Все, у меня есть поводок. Все, шаурма, ты идешь со мной. Это, если что, ее имя. Ужасное имя, Градус. Я думаю, ты будешь плохим хозяином. Это имя моей собачки. Она хорошая. Ладно, пойдем. Так, все, Райм, я пойду к себе домой. У меня назначена тренировка собаки, я буду ее обучать. Ладно, так, надо сходить к Руне, посмотреть, как у нее дела обстоят на ферме. Так, нифига себе, сколько у нее тут пшеницы. Руня, привет, как у тебя дела? Привет, так я пока что занимаюсь разведением, и... О, ты мне как раз нужен был. Райм, зачем? Помоги мне покрасить всех моих овец, пожалуйста. Покрасить овец, но чем? Это будет несложно. Идите-ка сюда. Вопрос, а зачем ты это делаешь? Ну, я готовлю их на ярмарку. Ладненько, о, зеленый цвет очень красивый. Так. И вот это вот все, в принципе, готово. Отлично. Тревога! Господи! Тревога! Градус, что случилось? Чего ты бежишь сюда? Моя собика! Я потерял свою собику! Прошла минута, как ты мог ее потерять? Молча! Сидит. Отвернулся, не сидит. И что нам теперь делать? Слушай, раз он потерял свою собаку, Руня, я предлагаю организовать поиски. Потому что, Градус, какой-то ты безалаберный и безответственный. Прошло 2 минуты, а твоей собаки уже нет. Понял, ребят, что за шума, драки нет? Градус, рассказывай. Моя собака сбежала! Я не знаю, куда и зачем. Она, видимо, погналась за какой-то овечкой одной из Руниных вот этих вот крашеных. Это ты во всем виновата, Руня? Это ты из-за твоих овец? Или аристократ? Он хотел купить всех собак. Так, тихо, Градус, успокойся. Никто ни в чем не виноват. Мы сейчас пойдем и найдем... Он виноват.
Он оранжевый. Оранжевый подарок. Ладно. Так, все, ребят, я предлагаю прямо сейчас и пойти и попытаться найти собаку. Скорее всего, она убежала куда-нибудь в лес. Ничего страшного. Сейчас мы ее быстренько, так сказать, найдем, и все будет хорошо. Как ее там зовут, напомни? Шаурма! Ладно, я понял. Эй, Шаурма, ты здесь? А, господи, самый странный день в моей жизни. Черт, куда я зашел? Блин, я первый раз в этой местности, и кажется, я уже очень-очень далеко от своего городка. Так, ладно, собака вряд ли могла добежать так далеко. О, что? Шаурма, это ты, господи, я так рад, что... Ай, что ты наделал? Как же больно! Шаурма, ты что натворил? А, глупый пес, он меня укусил. Черт, как же болит рука. Так, ладно, нужно вернуться домой и обо всем рассказать ребятам. Надеюсь, она не болеет какой-нибудь заразой, потому что мне придется идти в больницу. Как же мне плохо. Ой-ой-ой-ой-ой. Райм, Райм. Что? Кто это? Градус? О, что с тобой? Райм, у тебя гаечка, с тобой все? Что? Господи, ребят... Все, все нормально. Ты себя как чувствуешь? Ты на ногах или стоял? Я не знаю, что произошло. Мне очень было плохо, но кажется, сейчас мне лучше. Что с тобой случилось, Райм? Да дело в том, что, Градус, я нашел твою глупую собаку, и она меня укусила и убежала в лес. Не называй мою собаку глупой. Ты, наверное, напугал. Тебя фиг различишь ночью среди листвы. Все темное, ты темный. Вот она и подумала, что ты палка. Во-первых, был день, а во-вторых, она супер странно себя вела. Она держала косточку в рамке. Чё, в рамке? Да. Чё за бред? Кто-то из вас в это верит? Так, ладно, Аруня что, уснула? Что? Господи, что с вами такое? Господи, все в порядке, ребят? Да, ты в последнее время себя странно ведешь. Ну, как сказать. Наверное, все-таки белая горячка сказывается на твоем мышлении. Руня, просыпайся! Ау! Ты чё уснула? Так, ладно, все. Так она стояла над тобой, 6 часов ухаживала и не спала ночью. Ладно, теперь мы с тобой похожи, у тебя кровь на ноге, а у меня ранка на руке. Надеюсь, она быстро заживет. Так, ладно, ребят, все, вы можете уходить, а я пока что перекушу. Что-то мне как-то очень хочется есть. Давайте, идите. Ребята, лучше его не беспокоить, когда он хочет есть, иначе он съест вас. Хорошая шутка. Да иди ты уже отсюда. Все. Руня, пока. Так, я очень хочу есть. Очень и очень сильно. Так, о, стейк, наконец-таки я поем. Так, раз, два. И все, отлично, я наелся. Теперь можно и поспать. Блин, правда, рука очень сильно болит. Но ничего страшного. Так, ладно, ложимся. Черт, я опять хочу есть. Ладно, перекусим еще немножечко стейком. Еще, еще. Так, я хочу есть очень-очень много. Почему? Что со мной не так? Неужели это как-то связано с укусом? Так, главное не съесть всю еду у себя в доме. Арбузик. Черт, у меня осталось всего ничего. Чуть-чуть жареной курицы и один стейк. Так, а больше-то еды у меня и нет. Черт, я умираю с голоду. Что со мной не так? Блин, какие красивые и аппетитные овцы у Руни. Нет, ну что, о чем я вообще думаю? Эти овцы ей нужны для выставки, которая будет завтра. Если она выиграет, она получит очень крутой приз. Так, ладно. Ой-ой-ой, ну я не знаю, я так хочу сильно есть. Нет, я должен съесть этих овец. Надеюсь, Руня спит. А, да, действительно, она спит. Получайте, да, куча мяса. Отлично. Это то, что мне сейчас и нужно. Да, так, вот так вот. О, да, сырое мясо такое вкусное. Я, пожалуй, заберу абсолютно всех-всех овец. О, да, вот так вот. И выбираемся отсюда. А, господи, что это? Что там случилось? Боже мой, Руня, с тобой все хорошо? Так, нужно вот так вот выбираемся. Господи, Руня, что случилось? Что? Руня, что случилось? Да. Ты кричала? Мои овцы. Они все куда-то пропали. Пропали овцы? Подожди-ка, кажется... Я, пожалуй, заберу абсолютно всех-всех овец. Господи, что это? Что это сейчас было? Руня, ты уверена, что они просто не вышли погулять, например, по лесу? Да, не могли выйти. Ну смотри, они сбросили шерсть и вот таким вот образом пошли куда-то погулять. Райм, овечки сами не сбрасывают шерсть. Да, это странно. Погодите-ка, здесь же стоит блок шерсти. Это 100% сделал кто-то из людей. Из людей? Вот черт, у меня же еще и сегодня конкурс. Да что мне делать? Не
переживай, Руня, у меня, кстати, остались красители, когда мы красили твоих овец. Держи, держи это. Лучше бы ты молчал, Райан. Краситель, зачем он мне? Откуда у тебя разноцветная шерсть? Черт, какой же я идиот! Райм? Я не знаю, она лежала около вот этой вот дороги, я ее подобрал. Райм, ты очень подозрительно себя ведешь, и эффект тебе какой-то исходит. Я не ты знаю, что? Это все твой чай, градус, это твой чай, забирай его. Кстати, да это не мой чай, это бабкин самогон. Я понял, не надо мне его кидать. Так, ребят, мне все еще очень плохо после той ситуации с собакой. Все-таки мне надо ее пойти и найти, и разобраться со всем. И знаете что, вообще... Я голова болит, поэтому я, да пожалуй, иди уже, пойду, иди, да. Разбирайся, исправляй положение. Так, ладно, мне срочно нужно бежать из города, потому что со мной явно происходит что-то очень странное. Так, я уже довольно далеко от города, и, кажется, мне чуть-чуть стало полегче. Так, ладно, туда, кажется, я вернусь еще совсем не скоро. Что это за вой? Пес, это ты? Это ты меня укусил? Почему ты воешь? Это все ты, зачем ты меня укусил? Теперь я странно себя веду и сожрал всех овец у Руни. О, что? Что это? Что с тобой происходит? Что со мной происходит? Господи, что это? Я не хочу здесь стоять. Теперь ты тоже оборотень. Что? Давай нападем на деревню. Что ты? Ты оборотень? О, боже мой. Вообще-то Градус хотел за тобой ухаживать. Все люди жалкие. Тот собачник пытался нажиться на подобных мне и получить за это монету. Он не достоин уважения ни как человек, ни как живое существо. Ты можешь на время отказаться от моего предложения, но тебя все равно отвергнут, и тебе придется вернуться ко мне. Черт, нет, слушай, пожалуй, я пойду отсюда, черт! А как же высоко я прыгаю, все хорошо? Так, никто за мной не идет. Отлично, со мной вроде все хорошо, и он просто меня укусил, просто царапинка, ничего плохого не происходит. Боже мой, что это было? Господи, это всего лишь таракан. А это еще скелет! Ладно, надо быстрее отсюда выбираться в наш город. Подумаешь, оборотень укусил, ничего страшного из этого не произойдет. Я вижу дорогу, отлично! Градус, ребята! Я здесь! Райан, ты где был? Мы тебя все искали! Да что вы в последнее время все теряетесь? Собака, овечки, ты! Не ищи свою собаку! Твоя собака, она... Боже мой, что со мной? О, боже мой! Что? Он оборотень? Он оборотень! Ребята, спасайте свою жопу, пока можете! Градус, ребята, вы о чем? Я... О, боже мой, что со мной стало? Я... Неужели я превратился в оборотня? Этого быть не может! О, как же я хочу есть! Овечка, иди-ка сюда! Сейчас я до тебя доберусь, еще еда! Вкусная еда! Да, наконец-таки я перекус... Стоп, что? Что я творю? Мне нужно срочно дойти до ребят и сказать то, что со мной все нормально и ничего плохого не произойдет. Или же у меня есть вариант напасть на деревню вместе с тем оборотнем. Ребята, напишите в комментариях, что мне выбрать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был я, Райм. Если хотите продолжение, набираем 20 тысяч лайков. Всем удачи и всем пока-пока.